Привет, маньяки! Сегодня я точно последний раз на карасях. И тут сегодня просто небывалая посещаемость. Никто не прогулял эту рыбалку. Смотрите, с этой стороны. Вон дядь Коля, как всегда. И с этой стороны. Тут сегодня просто немерено. Это вон там еще в заливчике сидят, вон там в кустах сидят. Короче, карасям деваться некуда. Будем пробовать. Что-то пока тихо, погода поменялась. Обещали 17 градусов и дождик. Но пока дождика нет, ну 17 градусов не наврали. Наконец-то клюнул первый мелкий карасик. Какой-то совсем неупитанный. Ну вот, для полного счастья пошел дождик, как обещали. Первый раз не обманули. Ну, я камеру включил, как дядь Коля жирного карася тащил. А он взял и отвалился. Народу просто жесть. Чё-то мелкий карась какой-то сегодня клюет, неправильный. Зато с какой жестокой рваной мордой. Бойцовский. Ну вот, наконец-то. Дядя Коля вымучил карасика. Полчаса никто не клевал, но зато теперь хоть толстенький поймался, как мы любим. Он какой жирный. Заглянул. Тут что-то полчаса вообще без клева было. Тучка уползла, карасик вылез. О, заглянул, сейчас доставать буду. Да-да, помельче карасик пошел. Был покрупней. Ну это еще нормальный. Он у меня первых два совсем небольших. Ну вот, еще один сразу же клюнул. Жизнь налаживается, а то уже что-то стоял, думаю, а, последний раз так постою, поболтаю с мужиками, матом поругаюсь и домой. Еще один. Сегодня мат вырезать не из чего. Из трех карасей, если вырезать мат, ни одного не останется. Карасик. Залази в баночку. Дядь Коля, он там тоже ловит потихоньку. Уже скоро пол ведра. Врет. Три штуки. Шучу. Еще один. Я до хрена вымотал лески. Говорят, надо спичечный коробок. Нет, так как-нибудь держи. На заставку дядь Колю с таким толстым карасем поставлю, чтобы на видосе как-то он побольше казался. Ты его так вот за леску возьми. Ага. Вот так держи впереди себя. Он тогда больше будет казаться, чтобы... О! О! Вот так вот заставка будет. Штаны сними, чтобы видно было. Опа, ничего себе! Вот этот надо. Толстенький, толстенький, хороший. Плохо сегодня баночка наполняется. Ну, потихоньку, ну, ползет. О, хотел дядю Колю снять, у меня там клюет в это время.
Ну и что теперь хвататься? Ладно. А что у нас тут? У меня тут уже перестало, пока дядь Колю снимал. Съели. Опачки. Толстенький, хороший. Браконьер дядя Коля на две удочки ловит. Да ладно, не пали ты дядю Коля. Да. Не пали дядю Коля. А уже 15 мая. 15 мая уже сегодня. Отмазался, все. Молодец. Так, очередной лосек. Карасик. Иди сюда, толстячок. Хорошенький. Баночка потихоньку наполняется. С утра было совсем неважно. О, дядь Коля как модно расположился на троне. Сменил трон. Не сорвется? Не, куда он денется? Из этих пушистых лапок еще никто не уходил. Ну все, придется вырезать. Дядь Коль. Ну, разве они могут не ругаться? Ну что, ребята, решили мы закончить нашу рыбалочку. Плохо уже клюет, ветер в лицо дует. Хвастаемся уловом. Это вот дядя Колин улов наловил. Ну, а у меня 3 вон... 3 килограмма 750 грамм. 959. 959. 4999. Для отчетности. Ну, а у меня вон в баночке. О, аквариум мой, любимый. Ай, ну, килограмма 2 с копейками есть. Все. Это, наверное, последняя рыбалка на карася в ближайшее время. У тебя уже была последняя. Это третья последняя рыбалка. Ладно, я тоже тут подстану потом. Ну и все, теперь 2 дня отдохну и в Десногорск. Конец запрета. Всем удачи, пока.